Друзья, ужасная трагедия произошла вчера вечером в центре Москвы. А перед началом просмотра видео подпишись на наш канал и нажми на колокольчик. Ну а мы начинаем. Об этой страшной новости сообщили уже несколько российских телеграм-каналов. Для России это очень большая трагедия. Ведь для многих из нас российский фигурист и супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк является целой легендой российского спорта. Нам сообщают о том, что вчера вечером Петр Чернышов был избит неизвестными лицами. В результате нападения на него у него пропала сумка, в которой находилось более 2 миллионов рублей. Эти деньги он должен был передать своему родственнику, с которым он шел навстречу. На данный момент, друзья, этим вопросом занимаются сотрудники полиции. Об этой трагедии подробностей пока нету. Вся страна следит и молится за тем, чтобы с Петром Чернышовым все было хорошо. Сейчас он находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Друзья, завтра утром на нашем канале появится продолжение этого выпуска, поэтому внимательно следите за нашими новостями. До скорой встреч, будьте всегда с нами и берегите себя.